ребята, мы, Сережа, перестань писать покемон, мы уже устали, только можем писать, что тут нет. И какая серия? Мы решили для вас сюрприз сделать. Это финальная серия про покемонов. И мы выберем лучшего из этого поколения. Второе поколение пока не ходит, пока все не поймали Ч-86, а легендарных не ходит. Потому что выдумка, кто-то нарисовал, что все у нас легендарные. Просто нарисовали, а мы решили для вас сделать конкурс. Зовите 300 покемонов за один день. Встречайте, это Пупго. И написание информации от нее. Вот, прочитайте. Ну, ставьте вы, чтобы никак вы просто увидите. А если нет, то будет фотография их. Ну, и звуки. И крики покемонов. Ну, зачитали. Смотри, что у нас из этих 16 частей серии не было. Из 16 частей, смотрите, кого было из 16 частей. Ну, мало вы находили покемонов, но потом вы находите все 86. Кто не сомневался, меня взять на лучше. Потому что вы покемоны, которые умеете говорить. У нее есть на душе эволюция. Не сомневался. Из легендарными 1 до 94. А без легендарных 1 до 86. Хочу побыстрее новое поколение. И хочу проверить, какое эволюционно. Крупин говорит, что ты молчал на поздравление. Это мне? Что случилось с тобой, маленькая малышка моя? Одна девушка. Я знаю, уходи на яйцо, на минуту он украл. Синяя воришка, неизвестно как его зовут. И он ходит, не расстается с этой рыбкой уродливого очка с киром. Благодарил ее, что он убил эту преступницу, а то меня один раз на меня накал, потому что он на меня поставил волосы кашку, потому что эта преступница мне уже надоел. Папа! Я убью тебя здесь, а ты никогда не поступил со мной. Глупая, неизвестная девочка.